Привет! Часто слышу споры о том, какой должна быть рыбалка. Дикарем, расположение лагеря непосредственно на берегу или останавливаться на турбазе. Так уж получилось, что в этом году мы провели свой отпуск обоими способами. Поэтому хочу поделиться с вами нашим опытом и выводами, которые мы сделали для себя. Обычно мы предпочитаем разбить лагерь на берегу. Не могу сказать, что наш лагерь совсем уж дикий. Отдыхаем, в общем-то, с комфортом. Мы используем большой шатер, разбитый на два отсека. Спальный и так называемый жилой. У нас имеется второй шатер, некая техническая зона, предназначенная в основном для хранения инструментов, рыболовных снастей и прочего инвентаря. У нас с собой биотуалет, который мы также используем и в дороге. Походный душ, нагреваемый на солнце, кухня, несколько 5-литровых газовых баллонов, керамическая плитка и так далее. В общем, в плане оборудованности нам не хватает разве что энергетической установки на базе солнечных панелей, чтобы не мучиться от звуков гудящего генератора. Помешала бы и морозильная камера, но да ничего, еще успеем. Еще бы не помешал кондиционер, но это уже слишком даже для моей мечтательности. Блин, дядя Вова монтирует новую студию, давайте подключим его к диалогу. Дядя Вов! Все, я закончил. Что, студия готова, можно снимать? Ага, только без меня, я устал как собака. Ура, ну и отлично! Какие плюсы лагеря? В первую очередь, это то, что вы круглосуточно находитесь на берегу. Особенно важно это карпятников, так как можно разбить лагерь непосредственно в точке лова. В то время как на базе отдыха от вашего номера до берега еще нужно дойти. А до места ловли в большинстве случаев придется ехать. В лагере у вас полное проникновение, погружение в окружающую природу. А для нас, городских жителей, это особенно важно. Плюс ко всему, некая закалка и испытание для организма суровым климатом. Возьмите на заметку те, кто мечтает похудеть. Ежегодно за время отпуска мы теряем в весе от 10 до 15 килограмм. А на базе отдыха у вас в любом случае комфорт. Кондиционер, душ, канализация, чистое постельное белье. Если вам лень или на отдыхе не хочется заморачиваться с приготовлением пищи, то нет проблем. Бар, кафе, ресторан. Особенно это порадует женщин, которые, как правило, целый год проводят у плиты. На базе вы постоянно под охраной. И не переживайте о встрече с дикими животными или о разбойном нападении злоумышленников. Если вы приехали с лодкой, то она расположена на хорошо оборудованном причале и круглосуточно находится под наблюдением. В то время расположившиеся на берегу вынуждены ежедневно, по несколько раз в день, тратить время на съем головного устройства и эхолота, демонтаж GPS якоря, извлечение из лодки ценных вещей, ну и так далее. И постоянно уповать на то, что принятые меры безопасности уберегут мотор от кражи, ну или лодки целиком. А не дай бог разбойное нападение. Если вы считаете, что карамультук, который вы возите с собой и без того с риском, учитывая наше законодательство, то подумайте над тем, что такой вид охранения имущества может только добавить проблем и даже лишить вас свободы. Вместе с тем, на большинстве баз этот вопрос уже решен, что, на мой взгляд, является жирнейшим плюсом. Да по большому счету, можно и не привозить свою лодку, а брать в аренду. В общем, кругом комфорт и забота. С другой стороны, лично мы рассуждаем так. Если нам хочется комфорта, то зачем покидать свой дом? Именно дома у вас самая комфортная на этой планете постель, самая вкусная еда и окружение близких. Если подумать, то на Земле нет более комфортного и удобного места, чем собственный дом. Ну, в нашем случае квартира. А если вы хотите сделать перерыв от приготовления еды, то, например, в нашем городе очень развиты службы доставки готового комплексного трехразового питания. Среди наших друзей и знакомых, кстати, уже много людей, которые перестали готовить вообще. Подписывают абонементный контракт и ежедневно встречают курьера. Кстати, в некоторых случаях это даже выгоднее получается, чем самому готовить. А если добавить расходы на газ, электроэнергию, расходники, воды, ну и так далее, то еще более выгодно. А может, стоит и нам так попробовать? Ну да ладно, об этом подумаем в следующий раз. Итак, даже если вам не повезло, и вы живете под одной крышей,
например, с тещей, с которой никак не можете ужиться, то вам точно нужно погрузиться на время отпуска как можно в более суровые условия, после которых обыденность вам покажется не такой уж и трудной. С другой стороны, есть случаи, когда отдых дикарями противопоказан, а без рыбалки никак. Например, наши друзья-блогеры, ведущие канала «Мои перепела» Александр и Ирина, на протяжении десяток лет были дикими рыбаками. Но возраст, сердце, давление. А теперь они по медицинским показаниям вынуждены пользоваться услугами турбаз, что не мешает им, кстати, получать радость и побед. В этом году они поймали 2 сомов на 20 и 23 килограмма. Мои поздравления! Также, наверное, без вариантов следует рассматривать отдых на базе, если с вами присутствуют маленькие дети. Ну, во всяком случае, это значительно снижает риски. В то время на берегу прежде всего возникают вопросы с безопасностью. И это не только переживание за имущество. Особенно это касается тех, кто предпочитает путешествовать в одиночку. Также мужей, которые по непонятным причинам, кстати, не дают своим супругам получать водительское удостоверение. Да бог с ними. Представьте, случилось так, что вас укусил тарантул, или гадюка, или, не дай бог, каракурт. Ну, или вы сломали конечность. И вот вы уже не можете сесть за руль, а ближайшее медицинское учреждение, в котором вам смогут помочь, находится за сотни километров бездорожья. Конечно, вы можете этот дамоклов меч игнорировать. Каждый же думает, что тюрьмы и больницы не для них. Однако и те, и другие переполнены. А вот на базе отдыха подобные риски снижаются. И если произойдут неприятные события, то сотрудники базы вам в любом случае окажут первую медицинскую помощь и незамедлительно доставят в больницу. Это немаловажный плюс. Итак, вернемся к нам. В этом году мы отдыхали в Харабалинском крае Астраханской области. Накануне отпуска дядя Вова повредил спину. Вопреки ожиданиям, на природе началось обострение. Несколько дней дядя Вова не мог разогнуться. И вот однажды ночью, во время ливня, произошла долгожданная поклевка, судя по всему, крупного сазана. Дядя Вова, как мальчишка, побежал по склону к воде. Учитывая травму спины, естественно, подскользнулся с сотрясением мозга. На самом деле я в шоке, у него есть мозги. Мало того, сломал 4-е ребро справа. Но нет худа без добра. При ударе о берег в спине что-то хрустнуло, и до конца отпуска спина перестала беспокоить. Сотрясение прошло за пару дней. Видимо, не так уж много мозгов. А вот перелом ребер уже не шутка. Понятное дело, что при таких обстоятельствах уже и не особо до рыбалки. Конечно, мы еще несколько дней немного потренинговали судака. Но перед дорогой домой дяде Вове необходимо было восстановиться. Мягкая постель, прохлада кондиционера и полноценное питание стали критически необходимыми. А самым переломным моментом, не поверите, стал выход из строя нашего походного душа. Тут и я не выдержала и объехала все базы в округе. Нашла самую подходящую рыболовно-охотничью базу «Оазис», которую могу вам смело порекомендовать. Ссылку на сайт базы найдете в описании. Почему именно она? Прежде всего, это чистая, практически питьевая вода в водопроводе каждого номера. Поверьте, на большинстве баз в этом районе вы обнаружите, что из-под крана льется мутная, рыжая, едва очищенная вода из реки. А такой душ мы уже принимали в течение 3 недель до этого. В каждом номере имеется своя отдельная Wi-Fi точка доступа к интернету. Само собой, душ, унитаз, телевизор, обслуживание в номерах и мягкая, просторная кровать. И, конечно же, кондиционер. Даже для нас, бывалых, астраханская жара – серьезное испытание. В этом году температура подскакивала до 50 градусов. Каждый номер оснащен не только индивидуальным холодильником, но и очень объемной 250-литровой морозильной камерой. То есть вы без труда сможете заморозить свои трофеи, чтобы потом их без проблем довести до дома. А как божественно и сытно кормят. Такое не остается без внимания. После 3 недель готовки на небольшой туристической плитке без особого разнообразия, так как заморачиваться на отдыхе совсем не хочется, а учитывая, что у нас нету даже холодильника, вынуждены готовить простую пищу из продуктов длительного хранения, и это в основном консервы и, конечно, улов. Кстати, в оазисе выпекают потрясающе
потрясающего качества собственный хлеб. И вы не поверите, выращивают даже свои арбузы и дыни. Плюс ко всему уютный бар с большим разнообразием напитков. Рыболовный магазин, в котором вы можете пополнить потери приманок, и забытые дома снасти. Для тех, кто с детьми, имеется детская площадка, а также детский уголок в столовой. Можно поиграть в пинг-понг. Имеется широкий выбор лодок в аренду. Небольшое отступление. Лично для нас выяснился небольшой минус отдыха на базе. Но это настолько исключительный момент, который вряд ли вас когда-то коснется. Дело в том, что мы путешествуем с животными, с собакой Дельтой и кошкой Макси. И если с собакой проблем никаких, то с кошкой ситуация нестандартная. В диком лагере она у нас гуляет на 30-метровом поводке. Помимо прочего, кошка – заядлый рыболов, поэтому она в восторге от лодки. Одна из причин нашего перехода на алюминиевую лодку и заключалась в том, что с кошкой на лодке ПВХ, учитывая когти хищника, как-то стремновато. А по утрам кошка самостоятельно ловит в реке малька. Ну и, конечно, лягушек, змей, стрекоз. В общем, она, как и мы, предпочитает активный отдых. А если постоянно селиться на базе, то кошка будет вынуждена значительную часть времени находиться в номере и скучать. Но так как такие умалишенные с неправильной кошкой на свете практически отсутствуют, то и подобный минус не в счет. Помимо прочего, на базе вам непременно помогут со слипом. Спуск и подъем лодки осуществляется трактором, и вам не придется рисковать своим автомобилем на краю земли. Кстати, у нас по дороге на прицепе треснул шов сварки кронштейна запаски. Сотрудники базы без вопросов сами взяли и приварили. Мы были в шоке. Чтобы вы понимали, мы из Москвы. В этом городе для решения любых проблем нужно за кем-то побегать, поуговаривать. А тут сами увидели, сами сделали, чтобы мы по дороге не попали в неприятности. Но я даже не знаю, что сказать. Спасибо вам огромное. Необходимо отметить еще один минус у дикого отдыха. А это разбить в начале и собрать лагерь в конце отдыха соответственно. И не стоит не принимать этого внимания, особенно для тех, кто ограничен во времени. Скажем, приехали люди буквально на несколько дней, и тратить время на эту бытовуху я считаю преступно. Теперь давайте подытожим. У каждого способа отдыха имеются как плюсы, так и минусы. Как ни печально признавать, но возраст подкрадывается и к нам. И уже не за горами те времена, когда мы не сможем разбивать лагерь на берегу. Как бы там ни было, лично для себя мы решили, что в этом районе будем иметь в виду именно базу «Оазис». А теперь подписываемся, ставим лайк и помните, как и дядя Вова, тетя Лена плохому не научит. Пока!